Но пока сирийский конфликт далек от завершения. Сегодня боевики обстреляли международный аэропорт Дамаска и выложили в интернете подтверждающие этот факт видеоматериалы, заявив, что обстрел был произведен самодельными ракетами. По информации Министерства транспорта Сирии, один из снарядов упал рядом со взлетно-посадочной полосой. Вторая ракета попала в складское помещение аэровокзала, ранив одного из работников. После этого администрация аэропорта Дамаска приняла решение временно отложить несколько рейсов.